Включил с утра мобилу я, на счете денег, но я же клал вчера бабло, куда же делось оно? Зашел я в личный кабинет, и тут-то денег моих нет. Расходы глянуть я решил, кто мой баланс опустошил. Подписок 8 у меня, что в сутки жрут 102 рубля. А как такого избежать? Защиту нужно подключать. Не знаешь как? Да не грусти, на технологику зайди. Доброго времени суток. Очень многие абоненты, особенно юного возраста, часто страдают от мобильных подписок. Вернее, страдают их родители, оплачивающие счет. Но на удочку мошенников попадается не только молодежь. Жертвой может стать практически каждый абонент, который пользуется мобильным интернетом. На сайте Технологикус и канале Портал Технологикус на YouTube вы можете ознакомиться со способами защиты от мобильных подписок. Все ссылки в описании к данному ролику. А на этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал.